Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу сегодня приготовить очень вкусный шоколадный торт с малиной. Для этого нам понадобится приготовить бисквит. Берем яйца 7 штук, 150 грамм сахара, соль щепотку, 100 грамм муки, 30 грамм кукурузного крахмала, пол чайной ложки разрыхлителя, 2 столовые ложки какао. Начинаем готовить наше тесто. Берем яйца, хорошенько взбиваем 15-20 минут. К яйцам 2-3 приема добавляем сахар. Добавляем щепотку соли. Пока яйца с сахаром взбиваются, перемешаем все сухие ингредиенты. Мука, крахмал, разрыхлитель и какао. Потом эту смесь в 3 приема вводим в взбитые яйца. Сухая смесь готова. Сейчас добавляем сухую смесь. Тесто перемешиваем снизу вверх. Очень аккуратно. Переливаем в форму. Ставим в заранее разогретую духовку на 180 градусов на 40-45 минут и проверяем методом сухой палочки. Наш бисквит готов. Друзья, сейчас приготовим крем для нашего шоколадного торта. Первым делом надо взять шоколад. У меня молочный и темный. Дальше берем сливки с жирностью 35%. И доводим до кипения. Потом сразу добавляем к шоколаду. Когда горячие сливки наливаем на шоколад, даем чуть-чуть постоять. Потом аккуратно перемешиваем. У нас получается шоколадный ганаш. Первый этап приготовления крема почти закончен. Шоколадный ганаш готов. Сейчас даем остыть. Вот такой замечательный ганаш у нас получился. Накрываем пищевой пленкой, ставим в холодильник. Сейчас продолжаем готовить крем.
Хорошенько взбиваем сливки. К сливкам добавляем растопленный шоколад со сливками, то есть наш ганаш. А потом уже маскарпоне. Начинаем. Сливки должны быть очень холодными, чтобы хорошо взбились. Если вам покажется, что крем не сладкий, можете добавить сахарную пудру. Добавляем ганаш по одной ложке. Друзья, я передержала ганаш в холодильнике, и он слишком остыл. Поэтому пришлось снова подогревать. И мне кажется, из-за этого крем у меня получился не очень однородный. Но все равно шоколадный крем получился очень-очень вкусным. Уже сам по себе он как бомбический десерт. Крем получился как матовый трюфель. Начинаем добавлять маскарпоне. Друзья, не всегда все получается так, как мы хотим. Но пробовать готовить точно стоит. И может домашний торт не такой и красивый, хотя по мне все домашнее красивее, но все равно он очень вкусный. Бисквит можно разрезать на 2 или на 3 коржа. Я приготовила 2 бисквита, чтобы приготовить 2 тортика, так как у меня гости. Но в описании к этому видео и в самом видео количество ингредиентов написано на 1 торт. Коржи пропитываем малиновым сиропом, который заранее нужно приготовить. Как готовить малиновый сироп, в этот раз показывать не буду, но расскажу. Малиновый сироп я приготовила сама. Сварила сахар с малиной, добавила воды и вскипятила минут 10. Вот и сироп готов. Собираем первый торт. Малину для начинки я слегка заморозила. Так интереснее получается. Я решила первый торт покрыть шоколадным ганашем. Как приготовить ганаш, уже рассказала. Далее украшаем. Собираем второй торт. Я заранее приготовила еще и малиновый конфи. Друзья, с конфи тоже получилось очень вкусно и интересно. Рецепт напишу в описании. Далее. На конфи кладем второй корж. Слой крема и ягод. А вот и кладем последний, третий корж. А сейчас украшаем ягодами. Наш шоколадный, красивый, вкусный торт с малиной готов. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, какой торт вам больше понравился. Посмотрите, как торт получился в разрезе. Подписывайтесь на мой канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, так как будет много интересного.